Здравствуйте! С вами Лохматая Душа. Ребят, хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись и помогли. Мы собрали половину суммы на корм и смогли купить 5 тонн корма. Ребята, к сожалению, мы собрали всего 220 тысяч, а необходимо 390. Я прошу вас, родные мои, пожалуйста, помогите нам оплатить этот корм. Я очень вам благодарна за то, что в такое тяжелое время вы отзываетесь, и приют живет только благодаря вам. Спасибо, родные мои. Просто от всего сердца спасибо вам большое. С любовью к вам, Лохматая Душа. Друзья, корм перемешиваем с хлебной крошкой. Потому что корма очень мало. И я обращаюсь ко всем, мои хорошие. Пожалуйста. Если можно, помогите. Отзовитесь, пожалуйста. Сегодня у нас вот такие новости. Приют потихонечку оттаивает. Снежные свалки, конечно, у нас везде. То, что вычищали вольеры, и тоже снег вывозили. Сейчас приют кажется очень грязным. Я приглашаю, друзья, всех, у кого найдется минутка, приехать к нам в гости и помочь разгрести. Наступает вечер, и приют затихает. Собаки накормлены благодаря вам, друзья. Спасибо. Мой самый-самый низкий поклон вам всем. Спасибо, друзья. Спасибо вам огромное. Просто до слез. Спасибо.